Как Новый год встретишь, так его и проведешь. Год 2016 был каким-то странным. По деньгам никаким. По характеру, ну для меня лично, отслюнявливание ипотеки и четкое и качественное лечение рака. Думаю, по событиям то, что должно было быть. Ну и понятно, что с возрастом ты понимаешь, что главное – это здоровье. И здоровье ваших детишек, естественно. А все остальное можно и купить, потому что здоровье главное. А если не получится купить, то можно все сделать своими руками. Но праздник-то должен быть. К сожалению, мы живем в эпоху перемен. Но будем надеяться, что наши дети перемен-то и не заметят. Не замечают же дети США и Англии перемен. Дети Австралии перемен не ощущают. Канада как-то 70 лет без перемен живет. Швейцария. Зачем все это для нас? Мне это непонятно. Но с другой стороны, никто у нас загранпаспорта не забирает. Есть желание? Пожалуйста. Будем надеяться, что такого желания у этих ребят не будет. Будем на это надеяться и делать естественно. Чтобы радости у них хватало, радости и детского смеха. Мы это сделать можем, просто надо работать. По сути, только для себя и для своих детей. И такие праздники будут. И в каждом новом году они будут видеть больше, чем в этом году.